можем считать внутри этого сегмента. Вот автоматически у нас не считается. По сути, вы рассказываете как правило. То есть просто смотрите и на... Нет, вот именно этот кейс мы умеем автоматически определять. Выделяется либо разда, и либо часто она выделяется. Не выделяется, пока не выделяется. Где? Вот пока. Автоматически выделяется. Вот этот кейс конкретно выделяется. То есть мы смотрим в центр, смотрим, где борозда выделена, и тем самым делаем алгоритмы. Что это? Центр. Ну, просто выделяем центр. Ну, эвристика выходит. Центр языка. У нас есть лимитированный язык. Смотрим на центр. Протозавр 2, товарищи. Вот, это аномалия с бороздой, она внизу языка, она обусловлена какой-то аномалией вверху хребта в области шеи. И тут интересный такой кейс, что мы спросили, типа, болит ли у него шея, как часто болит, он сказал, она не болит, но аномалии есть. Вот. У этого человека очень повышенная чувствительность в шее. Вот. И это интересный такой кейс, что не только боль отслеживает, но и, к примеру, чувствительность. Да, наступний кейс ми виділяли вже не борозди, ну, на цьому язику видно, що в принципі ніяких аномалій немає, він досить рівномірно освітлений в плані кольору, але рівень червоного кольору перевищує норми, тому глянучи на цей язик, можна сказати, що людина, яка володіє цим язиком, вона хвора на, має якісь захворювання, можливо, серця. От, хоча на сегментації цього не видно. Просто в цілому вбивається язик, перевищує норму червоного кольору, ну, синус червоного.